Всем привет, как обещал, у нас хоррор-игры, и в конце Among Us. Among Us. Как по-русски вообще вы прочитаете, интересно, эту игру? Самая хайповая игра, все прям в нее играют. Если раньше играли в эту игру, где надо бегать и выживать мелким человечками, как они там называются-то это? Fall Guys, да, были популярны, то сейчас популярна игра Among Us. Но мы начинаем с Гренни, и... В конце видео, смотрите до конца, поиграем в Among Us, повыживаем, посмотрим, кто же убийца. Может быть, я буду убийцей? Попробуем по интернету проиграть, найти игроков, посмотрим, есть ли кто-то сейчас там в онлайне, на телефонах, так сказать, на планшетах, мобильной версии. Так, максимальная графика, максимальная. Дедуля-бабуля, да, Nightmare не ставлю, более темные не люблю, дополнительные замки не надо, музыка включена, сложность, давайте изи. Изи. Пусть будет изи. Погнали. Потому что я не готов проходить игру на более сложной сложности. Гренни. Так, что я показываю? Напоминаю, что я эти уже игры показывал практически все, кроме Among Us. Это просто 4К. Вы смотрите в 4К. Нажмите там настройки на YouTube. Там где-то кнопочку нажать и поставьте максимальное качество. Если у вас есть возможность, ставьте 4К. И вы увидите максимальное качество картинки на моем iPad Pro 2020 года. Так, о, чё, Crowbar, это надо было сюда использовать, а я его как-то один раз вот здесь видел. Вниз спускаюсь, короче, смотрите, и сюда вот так, оп, и здесь он лежит. Ну, типа лом. Но сейчас, видите, на этот раз ничего нет. Вот здесь вообще настолько темно, что если бы что-то лежало, я не увидел бы даже. Не видно вообще нифига. Так, мы идем наверх. Значит, сюда нужен лом. Туда там нужно вещи, чтобы запустить тачку и уехать отсюда. Вернее, моторную лодку. Что в этой комнате, я не знаю. Тут только рычаг, чтобы они сюда прибежали. Бабуля, вернее, прибежит. Дедуля, наверное, не прибежит. Он вроде глухой. Скорее всего, не прибежит. Так, что здесь валяется? Что это? Подожди. Дорлок. Ой-ой-ой-ой-ой. Это замок. Они, наверное, услышали. Так, пусть идет сюда. Ну, стрёмная, конечно, бабуля. Надеюсь, дедуля не слышала, не спускается, потому что он сейчас будет сзади. Ой, спереди, а сзади бабуля. Все нормально, я убежал. Так, что у нас тут? Тут нужно ключ от сейфа. Здесь проверяем, бывает, что-то лежит. Так, я не знаю, что это, честно говоря. Что это? Вренч, отвертка. Ой, не отвертка. Ладно. Поехали, Бенди. Я хотел больше в Бенди поиграть, честно говоря. Значит, я тут застрял в одном месте, который давно проходил, но и до сих пор не понял, как его пройти. Поэтому любые комментарии после видео внизу там приветствуются. Вы мне очень поможете. Если вы реально знаете, как проходить, пожалуйста, не пишите, если вы вообще не проходили эту игру и не знаете, что делать. Потому что вы мне иногда подсказываете неправильно. Я так никогда не пройду эту игру. Так, где мы? Где мы? Где мы? Подождите, что это? Где это? Подождите, я даже не понимаю, где я. Ага, я понял, да, окей. Значит, нам надо вот эту дверь открыть. Но чтобы ее открыть, нужно выключить напор чернил, который здесь. А чтобы открыть чернила, вернее, закрыть, надо что-то нажать. А еще вот эта дверь должна открываться. Я тоже не понимаю, почему она закрыта и что сделать, чтобы она открыта была. Так, здесь что? Что у нас тут? Надо все внимательно смотреть, может какая-то мелочь валяется, мне она понадобится. Я просто не заметил где-то. И я с помощью этой мелочи пройду этот уровень. Так, что здесь? О, а можно брать? Нельзя, в руки брать нельзя. Так, здесь что у нас? Тут ничего не лежит. А что это такое светится сверху? А, это так и горит огонь. Мне показалось. Извините, ребят. Бывает. Показалось. Так эту дверь я уже открывал. Что она закрыта-то? Я тут уже был. На органе играл. А что еще тут хотят от меня? Что еще должен сделать? Разломать вот это? Нет. А это? Нет. А вот это? Еще раз. Ничего не ломается. Так, труба какая-то. Может, трубу разломать? Но нет. Что от меня хотят здесь? Здесь что у нас? Ну, тоже не спуститься. Это типа следующий уровень. По-моему, вот здесь надо сюда идти, когда уже все там отключить. Здесь проход будет. Так, ладно. Здесь ничего нету.
Идем дальше. Опачки, что-то лежит. Подождите, что это? Ключи здесь лежали все время. Походу, это от вот этой вот комнаты. Как я их не видел, реально. Как будто сохранение прошлое было неправильно. Потому что я раньше, ну... Все. Надо было ключи найти. О, баночки, суп. Супчик покушаем. Брокколи, по-моему, суп брокколи там. А, нет, бекон суп, неправильно. Какие брокколи? Беконовый суп. Суп с беконом. О, пианино. Потом барабан и виолончель. Пианино. Короче, один раз пианино, два раза барабан и виолончель. Так, хорошо, пианино, барабан. Вернее, не барабан, драм... А, да-да, все правильно, драм, барабан. И виолончель. А виолончель где находится сейчас? Я не помню, просто посмотрим. Значит, пианино вот. Значит, потом барабан, вот барабан два раза. И виолончель. Вот это виолончель? Нет, по-моему, не это виолончель. А еще есть что-то? Наверное, это скрипка, вот. Виолончель это вот эта вот скрипка. А большая скрипка это по-другому называется. Ну, давайте пробовать. Так, смотрите. Раз. Два раза барабан. Главное не нажать три раза. Так. Так, и виолончель. Нет, неправильно. Хорошо, может быть большая виолончель. А эта скрипка, она по-другому. Раз. Ну там справа еще стоит. Или вот это вообще было. Нет, это не виолончель. Может быть я быстро нажимаю? Ничего не изменилось. Пианино. Хорошо, а барабан какой может быть? Хорошо, может быть не сразу, подожди. Так. И виолончель вот эту давайте. Я застрял, я не знаю, что делать. Напишите, кто что понял вообще, что сделать. Я в прошлый раз тоже тупил, не знал, что. Как-то по-другому нажимал, и у меня все получилось. Может быть, тут это... Вот это виолончель? Не, это не может быть виолончель. Но я попробую, давайте я попробую. Раз. Чтобы мне не говорили, давай, папа, ты не попробовал. Надо было так. Я все пробую, смотрите. Раз, два, три. Ну, это не может быть виолончель. Это как-то по-другому называется. Ничего не сработало, ребята. Так что жду ваших подсказок. Сохранение здесь, и я продолжу. А мы погнали в Слендрину 2. Нам надо выбраться с тюрьмы живым и здоровым. Игра довольно стрёмная. Так что, если вам страшно, уходите от экранов. Ваших телефонов, планшетов. Ой, что упало-то? Никогда не падало ничего здесь. Самое интересное, тут нечему падать. Что тут упало? Это карта. Можно ее, кстати, не брать. Можно проходить без карты. Просто не брать ее. Потому что карта дает большое преимущество. Ты знаешь, где ты был, куда идти. То есть примерно можешь что-то представлять. Нам надо найти 8 книжек, кто не знает. И вернуться в начало игры, чтобы убежать. Не знаю, зачем 8 книжек, чтобы убежать, но вот такая вот тема. Лучше бы 8 ключей сделали, еще что-нибудь. Я везде проверяю, потому что здесь бывает, что книга может быть за дверью, может быть... снизу где-нибудь, и ты одну книгу не успеешь, не проверишь, и все, и будешь бесконечно искать. Потом одну книгу. Так, что за звук? Что за звук? Как будто за мной кто-то гонится, подождите. За мной гонится кто-то? Да, действительно. За мной гонится. Но эта сложность, по-моему, средняя, нормал, да? Он медленно ползет, и, может быть, меня потеряет скоро. Все, сейчас пропадет музыка, я думаю. Меня уже не видит, да. Я убежал. Так, что тут за бочка стоит? Просто так? Интерьер такой у них. Чтобы не казалось, что игра пустая, что ничего нету в ней. Бочку поставили. Так, куда такой проход? Подожди. Ё-моё, бабуль. Так, ещё Слендрина. Отвалите. Отвалите. Это еще мелкий тут где-то бегал. Какая-то бабуля еще появилась. Не помню я никакой бабули, на самом деле. Она только здесь, походу. Так, все, меня убили, ладно. Невезуха так невезуха. Невезуха так невезуха. Гренни.
Время. Любимая игра всех школьников 2018 года, наверное. Может, 17-го? Кто помнит, в каком году вы играли в эту игру? Реально, все просто играли. Я, наверное, уже не надо было эти игры добавлять. Просто 4К снимаю. А что же там на YouTube были ролики по этим играм в 4К качестве? Вот кому-то приспичит 4К посмотреть. Хоп, у меня есть ролик, пожалуйста. Вот хочется, чтобы было. На самом деле, наверное, эти игры уже настолько устарели, что их даже искать никто не будет и смотреть, и играть, и прочее. То есть... Это уже устаревшее все. Напишите его. Вот реально, посмотрите ли вы, если у вас есть возможность, 4К, какое-нибудь видео по Грейни. Или уже все, эта игра уже миллион раз пройдена, уже как бы тысячу раз все показано. Я что-то снова хочу сюда пойти. Тут книжки стоят. О, здесь хоть видно все, а то какой-то Грейни есть какая-то. Да ё-моё, как она увидела, как она пришла, она как бы телепортировалась. Ладно, походу хотят, чтобы я все это время в Among Us играл. Но мы будем играть в конце, так что больше времени останется только на последнюю игру. Это хорошо. Потому что здесь в Hello Neighbor я не знаю, что вам показывать. Это ужасно скучная игра. Continue. Интересно, с какого места я продолжать буду? Сначала? А, наверное. А, ну ясно. Тут все начинают. Значит, нам надо 16 игрушек найти. Я до сих пор не понимаю, как может быть здесь 16 игрушек. Где они? Где могут быть игрушки? Тут один велосипед под водой. Где еще игрушки? Вот что-то еще. Еда. Я не понимаю, для кого еда? Для мальчика? Нет. Для страуса? Там есть какой-то страус. Его кормить, что ли? Вот этот типа страус. Ну, я кинул. Ешь. Кушай. Мальчик-то чертов прибежал. Я от него валю. Где на этой карте, здесь вообще очень маленькая зона, где здесь 16 игрушек может быть? Так, спрячемся, он походу за мной бежит. Где здесь реально 16 игрушек, ребята, вы мне скажите, где? Где они могут быть? Я не понимаю. Где могут быть игрушки? Вот, хоть убейте, не понимаю. Вот их типа сюда кидать надо, да? А где 16? Вот, короче, карта. Вот я встаю, сейчас вопрос вам. Вы говорите, где они? Справа, прямо, слева, на горе там. Где 16? Да я тут одну найти не могу, а вы... А вы там... Вот, смотрите, сверху какая-то птица, и там еще птица. Я даже не смотрел на это. Типа мы в коробке какой-то или что? Куда мне идти, чтобы собрать игрушки-то эти? Вот здесь что? Здесь ничего нет. А это что за иконка такая? Подождите, вот иконка. А, типа сюда какой-то слон должен забежать. Какой слон, не понимаю я. И что будет? А под водой тут что-то есть? А здесь не глубоко. Сюда куда-то прыгать можно. Давайте попробуем. Ну, прыгай. Прыгай. Я даже не знаю, как зовут нашего героя главного. Поэтому буду говорить прыгай. Имя не могу сказать. Разработчики нам не сообщают, как нас зовут. Эй, ты, прыгай. Буду так говорить. Так, ждите. Ну, я, кстати, карабкаюсь наверх. Сложно это, но что-то карабкаюсь. Потому что здесь все игрушки на горе этой. Только не падай, пожалуйста. Очень высоко падать. Я не хочу падать. Если упаду, все, удаляю эту игру. Так, лезу. Получается пока что. Не падай. Я уже, кстати, высоко. Первый раз, кстати, сюда. Ну, ёшкин матрёшкин. Ладно, я еще не упал полностью. Пробую еще. Мне кажется, там что-то есть. Что-то чувствую я, что неспроста сюда запрыгиваю. И тут довольно легко запрыгивать-то. Если бы нельзя было, они бы сделали так, чтобы нельзя. А здесь я запрыгиваю, соответственно, можно. Так, ну и чё? Что здесь такое? Подождите. Я хочу в самый верх встать, вот здесь, чтобы видеть все. Что здесь такое? Так. Ну и чё? Нам надо было сюда идти? Серьезно? Может быть, так и надо проходить? Я тут реально первый раз нормально начал идти куда-то правильно. Чё за звуки? Слышите? Чё за звуки? А что здесь такое? В углу вон там. А, это вниз падать?
Не, вниз мне не надо. Ну, короче, вы самая высшая точка, если не считать шкаф вон тот. Здесь, а, здесь пылесос. Что с пылесосом? Может, от него звук такой? Что, включить надо? Труба какая-то. Реально такой звук, как будто пылесос. Так, я тут не застрял случайно, я какое-то место нырнул такое. Я уже все опять. Ничего не было там, на самом деле. Напишите, если там что-то было в комментах. Я буду знать. Так, а что за ведро? Я давно не видел вот это ведро. Можно внутрь запрыгнуть? Там что-то есть. Ё-моё. Ведро. Оп, блин. Как же помедленнее немножко бежать, не могу понять. Чуть-чуть помедленнее, пожалуйста. Опа. Что здесь? Игрушка. И что делать? А как я выпрыгну отсюда? А, я в ловушке, да? Серьезно? Я в ловушке. И что делать? Что за бред? Что за бредовая игра, реально? Запрыгнул и все, и в ловушке. Да. Да. Я... Здесь я, кстати, прошел почти эту ночь. Оставался 1 час, то есть 5 утра было. И на меня напал кто-то. Мне не повезло. Я не знаю, что надо было делать. Я проверял здесь все время, нажимал аудио, да? Потом время от времени закрывал здесь где-то проход, ворота закрывал, дверь или как тут, неважно. И когда были ошибки, я всегда заходил сюда и исправлял ошибки. То есть я не знаю, как получилось, что меня поймали. Я делал все как надо, короче. Мне не повезло, наверное. Так, ладно, я чайку пока попью, потому что здесь в начале игры здесь ничего не происходит. Я сейчас налью чайку. И у меня шоколадка Милка. Осталось 3 кусочка вот таких. Вот, видите, честно говорю, что у меня Милка. Вот написано. Милка. Милка. Интересно, а вообще Милка с какой стороны шоколад в оригинале? Потому что его уже в России делают, это понятно. Откуда вообще компания эта? Так, закроем где-нибудь проход. Давайте выходим. Я люблю закрывать, открывать, менять. Типа, если кто-то идет с одной стороны, он в другую пойдет. Так, вы видите, ошибка. Я сразу сюда, смотрите. Оп. Иду сюда. Нажимаю. Я нажму все, потому что здесь уже 2 из 3 сломано. По-моему, выгоднее нажать все, чем по отдельности, насколько я знаю. Но я не уверен, напишите, правильно я делаю. Может быть. О, видите, довольно быстро установилось. А здесь какой-то звук, надо play нажать. Слышали? Блин, Among Us хочу играть. Надо быстрее здесь умереть. Давайте, как сделать, чтобы я быстрее умер? Ну, как мне сделать? Наоборот играем. Не выжить, а я буду умирать. Короче, ничего не делаю. Не буду ничего делать. Буду нажимать ребутол, короче. Буду вот так сидеть, уже 2 часа, видите? Может быть, меня нельзя убить, когда я нажимаю ребутол. А кто знает, а? Вдруг такая фишка в игре. Никто не знает, а я такой, опа, и прошел. А, это все? Я думал, это такой, который пугает чуть-чуть. Странно, я тогда дольше продержался. Я ничего не делал сейчас плохого. Ну, то есть, я начал только ребут делать. Видимо, надо было дверь закрыть, наверное. Не понял, в чем моя проблема была. Вроде все норм делал. Ice Cream 2. Юй, какой красавец. А это наш герой, что ли, получается? Или кто? Кто из них мы? Вот не могу понять. Вот этот, который в очках? Или нет? А, ну, наверное, да, видите, он там в майке был. Вот, да, действительно, это он. А там в очках это тоже он, просто он переоделся, походу. Так что я теперь знаю, кто наш главный герой. Так, давайте сделаем... Ну, сейчас мы увидим эту катсцену. Давайте рогатку попробуем. Я возьму и попробую реально выстрелю в него. А чё, почему бы и нет? Hi, Jay! Are you coming to play? Hi, Jay! The boys are in the secret lair. Мальчики в секретном лэйр, это типа. Ой, как же сложно переводить, когда ты не знаешь русского, а знаешь английское слово. Лэйр. Ну, типа подземелье, я не знаю, нет, данжен подземелье, ну, типа что-то типа того.
Так, ладно, я хотел, знаете, что сделать? Вот так, смотрите. Опа, и взять рогатку. Я, кстати, не делал рогатку. Я не стрелял никогда с рогаток. Мне это было неприятно. Кто-то птиц стрелял с рогаток, котов, собак. Мне как-то было... В окна даже стреляли. Мне как-то было неприятно все это. Я думаю, никогда я рогатку, по-моему, даже в руках не держал. Не, может быть, держал, но... И все на этом. Так, он в ту сторону пошел. Ладно, пока откроем. Я хочу просто выстрелить в него. Я могу уже уехать. А, нет, карту я не взял. Там карту. Это все? Я могу подойти? А он довольно долго так. Он довольно долго, кстати. Секунд 10, наверное, будет так. Нормально. Там можно видео было смотреть и снова патроны получать. Пульки. Если видео смотреть. Можно так любой уровень пройти, знаете, просто. Смотришь видео, стреляешь, смотришь видео. Просто я сейчас как бы выстрелил, да? И рогатка ж там осталась. Все, рогатки-то нету. Она же вроде я в руки ее не взял, потому что я брал же это. Я карту взял. Мне надо было выкинуть рогатку в машину, потом взять карту, и тогда уехал бы в машине, наверное, с... Где он идет? А вон. Я бы уехал тогда, наверное, с рогаткой. Рогаткой. Circus. Soon in town. Цирк. Скоро в городе. Учим английский с Андромариком. А снеговик по-английски. Snowman. Снежный человек. Snowman. То какой-то он такой грустнявый. И грязный какой-то. Мне не нравится. Значит, тут у нас что? Куда вообще идти? Так, вот к этой двери. По-моему, она всегда закрыта. Ни разу ее не открывал. Так ты что, серьезно? Ты слепой? Нашел так и не видит меня. Ах ты ж. Так, а это туалет или что? Нет, это, наверное, дом. Вход. А, это типа дом, наверное, как таунхаус. Типа одна семья тут, другая семья тут, а клоун сзади. Так. Отвали, чувак! Отвали. Что, наверх вот туда подняться? Давайте так и сделаем. Поднимемся наверх. Да, блин. Сколько можно? Еще ржет. Так, что тут? Так, а спрятаться можно? Ну и чё, в шкаф нельзя залезть? А куда спрятаться? В холодильник? Да ё-ма. Там, кстати, была вторая дверь, наверное, можно было выйти. Ну и ладно, зато мы в Among Us будем играть. Включаем Wi-Fi, ждем, пока он точно включится, и нажимаем магическую кнопочку. Чик. Among Us. Здесь можно по чату общаться, то есть можно по микрофону, то всё. Так, вот смотрите, онлайн. Create public. Так, найти игру. Написано, что... Так, подождите. А, начало игры. А я где? Я? Ну, это не я, правильно? Я, кстати, так тут стою, что меня кто-нибудь прибьет. Это я нажал. Походу, нельзя было нажимать, да? Джойстик, тач. Что тут еще есть? Сейчас против меня проголосуют, короче. Я не буду читать чат. Они напротив меня будут голосовать. Потому что я нажал сначала на кнопку. Просто здесь, когда новые игроки, надо сделать так в игре, чтобы никто на кнопку не мог нажать случайно. Ну, пока ты не наиграешь какое-то количество игр. Это непонятно.
правильно, никто никого не убил. Я случайно, короче, нажал. Так, значит, что мне надо сделать? Блин, не знаю даже, что делать. Тут как бы надо ремонтировать что-то. Я не умею. О, можно смотреть, где кто. Кого-то убили. Здесь надо писать где, но я не знаю где. То есть я как бы репортнул. Я не могу написать где что. То есть я не знаю просто игры, я не знаю какое-то место, где нашли труп в реакторе. Они, кстати, это... Так, ладно. Я не знаю, кто это, поэтому я голосовать не могу. У меня даже подозрений нет. Они просто не по-английски пишут, какие-то ребята здесь, видите. Берт, Клар, Мек. Это какой язык вообще? Я не буду голосовать. Просто не буду. Я вообще правильно играю, ребята? Или я вообще как нубас какой-то? Кстати, доказать. А, у меня еще одна шоколадка осталась. Ну что, на удачу, надеюсь, против меня не будут голосовать. Потому что я как бы труп нашел. Я не знаю, кто вообще, чё. Ну, это я, ну. Я не знаю. Ну, давайте пусть этот будет. Так, давайте карту посмотрим. Значит, кафетерия. Да, это был реактор. Надо просто учить. Это кафетерия. Значит, вниз storage будет. Так, кого-то нашли. Еще кого-то убили. Ну, эта игра прикольная, с микрофоном играть. Вот когда так, непонятно. А как вообще можно не голосовать? То есть, как мне нажать skip out? Ну, не знаю кто, поэтому я skip out. В общем, игра прикольная, реально, когда ты знаешь, с кем играешь, общаешься. А так вот под чату и непонятно. То есть я никого не видел, я не знаю, кто там кого убил. Только если я... Надо запоминать просто, где кто бегает по никнеймам. Когда говорят, где-то кто-то убил, тогда и... Часто, знаете, чувак, который много говорит, типа, который... А, вот этот вот. Это часто он и есть. Он часто так путает просто людей. I wish I, вот этот вот. Против него надо голосовать. Так, а что здесь делать можно? Админ. А что делать можно? А сколько людей везде, да, находится? Меня сейчас прибьют, возьмут. И все. Так, это, я так понимаю, электричество выключить.
storage, fixed wiring, O2 empty shutter, electrical implications. Может быть здесь мелочь что-то? Я бы I wish I, на самом деле, голосовал. Не знаю почему, но вот он много слишком внимания к себе привлекает. Вот так вот я сделаю. И он, кстати, не сразу голосует как-то. Мне кажется, это он, не знаю. Слишком много он говорил. Ну ладно, нет смысла играть, реально. Я не особо понимаю, я просто... Ну, можно играть прикольно, разобраться. На Ютубе популярная игра. И играть, 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 и потом понять. На самом деле есть что-то в этой игре. Она не такая неспешная. Пообщаться, то есть все. Если бы еще все писали что-то, говорили, ну, надо разобраться мне совсем в этой игре, что делать, как тут что делать, и потом можно побеждать. В общем, надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что смотрели. С вами был Андромалик. До новых встреч. Подписывайтесь, лайкайте и там колокольчик жмякайте. До новых встреч. Следующий ролик будет... Через день, я думаю, все сделаю. До новых встреч. Пока.